Пожалуй, нет более лучшего места, чтобы начать наш вок, чем это. Одесса. Вкратце обрисую цель нашего приезда в Одессу. Макс Корж. Концерт Макса Коржа. Там Саня. Там офигенно вообще. Так выглядит наш лагерь временный. Что ты хаваешь? Салат и крабовым палочком. Похоже на оливье. Короче, что я вам скажу. Первый прием пищи самый важный. Что может быть вкуснее, чем мамкины отбивные? Такая тема, что мы стояли вот на вот этом месте, и за все время, если посчитать всех людей, которые мимо нас проходили, которые попадают в поле обозрения, ну где-то 70% из 100 это были девушки, которые ходили там по две, по двое. И красивые. Красивые они, такие как Бердянские или Кириллки. Бабушки с жопой. Такой духовкой. Вот, например, сзади от меня должно быть видно 2 экземпляра. Яркий тому пример. Короче, случилась такая. Мы прошли контроль. Тулим сейчас в сцене. Вот так вот это все выглядит. Все идут. Вот. И мы идем. Не торопясь. Так, ну шо, пацаны. А теперь вы готовы? Ну тогда... Приехали Макс Корж с бандой. Город Минск. Жив! Мир закрутит, как далеко. Калюту не раз и ставит голову. Сына лету. Шакалы по кустам добычу разнесу. Разнесу, где не закопаем. Все равно свою заберу. Свалится за горизонт. Остыли все дома, не слышно бегущие вокруг. Сегодня я ни с чем остался, но мы готовы прыгать. А этим темным будет нечего душить кусу. Ведь я всю свою заберу. Все заберу. Все свое заберу. Я все свое заберу. Заберу, не вопрос. Вставляет след этот рыжий хвост. Мне некуда
с рюкзаком. Тоже гитар, что пишем в дому, теперь никому. Небо чисто, как изумруд, удача в нём, умираем голоду. С кем она не пойму, это не решает рук. Жизнь проста, стал опасно, встал, победил, проиграл. Жизнь тропа среди коммерсов и кидал, и я готов понырять в этот злой океан. И не раз, лишь бы расставить все на места, момент настал. Не ушли далеко, глаза горят, снова испытать судьбу. Свет показ, наблюдая за окном, я подожду. Твою сердце никто еще покорить не смог.
самолете туда, где белый песок. Лучше своим вроде касается с головы до ног. Подходишь, баланс сохраняешь, отчет нет времени на жизнь. Наташ, отключай телефон, морской курорт держи. Раз удара, дай как тут и май. Танцуй, пока ноги не упали. На песне, если еще не напилась, иди себе так, как будто здесь родила. Ни минуты грусти, пока не села в самолет, родная. Отдыхай, ну а любовь сама тебя найдет. Наташа, ты пляжа просто ты, королева. Это во пляжа просто ты, королева. Это во пляжа просто ты, королева. Это во пляжа. Спасибо, друзья. Смотрю на всех. А теперь все ждем одного, вы знаете чего? Обойти планету Землю. А теперь кто не сел еще? Есть мечта. Все садимся, у меня все. О себе. Еще, еще. Кучу стран. Фотографы тоже, садимся все. Ай, красавцы, сиди, сиди, сиди. Гранит и бумаг, без долгов и зарплат. Люди не поймут, зато ты понял сам. Однажды взял с собой зеленый чемодан. Пойти планету Земля, есть мечта. Oh,
Маруки за кинетиком там составит голову, глаза, спину сменит панцирь, я уйду в отрыв. В городе свободы, абсолютный легалайз. По ночам нам не нужен отель, на чемоданах перегоны в ожидании приключений, но откладывал, решался, и не верил он, что от меня по дороге в Амстер. Хотел добраться и приземлиться в твой туман, но пока дождался, жизнь свою поменял. Посмотрите, кем я стал по дороге в Амстер, по дороге в Амстер, да. Я исполнял такое под синьки, братался с кем попало, становился бурным и конфликтным, покончил с алкоголем, и вдруг пошли дела. Сканджи был добрым и мудрым, но еще больше ленивым, и в такие загоняло за тупы. Панические атаки не доведут до добра. Я не люблю за ЗОЖи, точно не умею, чем в идеалы. Просто меня хер остановишь, когда всего навалом. Поэтому я выбрал способ попрубать с концами. Под раздачу попали даже чипсы и кальяны. Вот стою я здесь в кофешопа с велосипедом. Купил кольцо, подарю любимой, когда приеду. Амстер, прости, я приехал, но хули толку. Но запрещался, хотел Багдад, теперь гоню Бангкоку. По дороге в Амстер, люди, как я гнал, так хотел добраться и приземлиться в твой туман. Но пока дождался, жизнь свою поменял. Посмотрите, кем я стал по дороге в Амстер, по дороге в Амстер, да. А что, если так на самом деле нужно? За свежей головой просыпаться утром. Кто сказал, что выходные должны быть такими? У поколения идиотских клипов и фильмов. С любой зависимой животными развлечений сделал на дому подборнее и глупее. Я попытался и теперь могу сказать вам так. От трезвой жизни еще больше подрывает чердак.